1938 году экспедиция Эрнста Шеффера достигла тибетского города Лхаса. Эта экспедиция была снаряжена АНИНЕРБО, нацистским научным обществом, занимающимся проблемами оккультизма и входящим в состав СС. Несмотря на радушный прием со стороны тибетских монахов, Шеффер не нашел ничего из того, что планировал, и вернулся в Берлин с пустыми руками. Так могло быть, но все было иначе. В Тибете Эрнст Шеффер с помощью древних манускриптов раскрыл секрет возвращения к жизни умерших. Вернувшись в Германию, он провел опыт воскрешения и обнаружил, что шок от смерти наделяет воскрешенных невероятными сверхспособностями. СС было принято решение создать на основе воскрешенных идеальных солдат, практически неуязвимых и бесстрашных машин для убийства. Однако, очень скоро Шеффер столкнулся с другой проблемой. То, что было силой идеальных солдат, оказалось их слабостью. Смертельный шок уничтожал область головного мозга, которая отвечает за подчинение и чувство долга. Возвращенные к жизни солдаты уже не подчинялись командам. Годы спустя Шеффер нашел решение и этой проблемы. We'll be right back.
6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. 5.